Итак, всем привет, народ! Сегодня будет у нас еще одно видео, сегодня второе за сегодня. Как из вот такой вот банки гуаши, 150 рублей стоит, сделать, собственно говоря, какую-то заправу в сквозерок. Гуашь, сами понимаете, капец какая густая. Так что возьмем, сейчас, секундочку. Ну, вот такой вот у меня есть растворитель, ну это, по факту, спирт обычный. Вот. У меня он есть, еще во время пандемии купили. Просто сейчас вот так вот залью, чтобы чисто я сделал более-менее жидкий, чтобы можно было нормально перелить. Закрываем. Отлично, все выделось. И трясем. Собственно говоря, более-менее растряс. Вроде бы она стала жидкой. Тоже баночка из Леруа Мерлена. 60 рублей. Что-то в этом районе. Классно залил. Собственно говоря, перелили, как всегда, коряво. Ну и какая разница? Ой, кайф. Еще пролили. Кайф. Сейчас носочек, чтобы на полу ничего не осталось. Нихера себе гуашь. Нихера. Сейчас отру. Я сейчас, честно, немножко подфигел, когда ее оттирал. То есть я ее оттирал, ну, немало времени. Она оттиралась, ну, так себе, мягко говоря. То есть, пока что это получается что-то имбовое. Сколько у нас получилось? Ну, вот столько краски. Ну, если включать еще то, что я разбавил, ну, плюс-минус половина. Херачим сюда еще. Растворитель, собственно говоря. Ну, спирт, какая разница. Лить, в принципе, да, любой растворитель, думаю, подойдет даже самая обычная вода. Но она тогда будет, сами понимаете, лучше оттираться. Люблю. Я такое люблю. Дальше это мы нахер закрываем. Так, спирт я уже закрыл. Шарик у меня нет. Шарик у меня нет. Ну и похер отсюда закинем, чтобы хорошо заболталось. Закрываем. И сейчас опять будем болтать. Ну и, собственно говоря, вот. Красочка. Вот возьмем вот этот 18-миллиметровый драпирог. В нем и читак был моя самопальная заправочка. Самопальная я. Она, кстати, была вполне неплохой. То есть вот как пишут. То есть прям вообще норм. Ну, и оно у меня закончилось, так что пофиг. Сейчас мне бы найти тут... Мне бы тут найти еще один носок испоганенный. Опа. Сейчас аккуратненько вытащим. Отличненько. Вообще шикарно. Опа. Всегда блеск. Эту мы нахрен, понятно, выливаем. У меня же есть баночка, куда я всего дела выливаю. Тут мне не надо. Опа. Ёк, я ж походу шарик просрал. А, нет, все хорошо. На промывку, в принципе, забьем, кому она надо. Цвет поинтереснее будет. Зальем так. Отлично, еще больше заб... обожаю. Такие баночки, просто люблю. Такие же еще тут. Ну, пофиг. Аккуратненько заливаем. Ну, аккуратность, понятно. Не про меня, но сейчас, кстати, нормально получилось. Закрываем это дерьмо. Перо. И, собственно говоря, нормас. Чуть-чуть заболтаем. Так, руку вытру немножко тоже. Шикарно вытер. В общем, мой вам совет, если вы такой же дебил, как я, то не делайте это нахрен. Лучше купить нормальную заправку. В принципе, вот. Пропиточка. Вот такое красо получилось. Краска стоит это, ну, рублей 200. Это еще есть какую-то наценку. То есть, смотрите, она прям жидкая, лютая. Хера. Блин, прикольно. Мне прям что-то нравится. Сейчас, секундочку. Мне даже это интересно протестить.
Так, я надеюсь, мой сейчас штативчик не упадет. Блин, слушайте, прям неплохая штука. Линия прям плотная. Пока что мне это нравится. Что только передвинем. Блин, прям прикольно. Что-то годненькое, мне кажется. За потеки не обещаю для любителей потеков, опять же. Хотя, блин. Люблю такое. Прям классика красочка получилась. В общем, вот такая вот гуашь. Запоминайте, берите на заметку. Всем пока.